Aye. Сереженьке купил пузыриков. Он радуется, как ребеночек. Класс. Где же ты мое детство-то, а? Спасибо тебе, Аркаша, за пузырики. Не за что, Сереженька, не за что, мой ребеночек хороший. Пойдем в кафе? По столам. Кофе вам? Кофе. Или так. Да. Баканал сейчас не запятишь. У меня огромный нос. У тебя охуительно большой исполинский, вот я сейчас снимаю так вот, да-да. Охуительный нос, здоровый, блядь, пиздец. А почему спрашивал? Это мой комплекс детства. Да ну брось ты нахуй. А что брось-то, так и есть. Это как же, как у нас Аркаша стебется над тем, что у меня короткий хуй, показывает всем, короче, бегает по общагам, по всем. Тоже комплекс детства. А так всегда было. У меня огромный нос, у Аркадия короткий хуй. Это неправда, не верьте ему, не верьте. У меня нормальный хуй. Да все уже не отмажешься. И очень узенькая попка. В этом плюс Аркадия. До сих пор ее никто не пытался расширить. На тебе, блядь. И весь в пузырях. Весь в мыле, блядь. Короче, Сереженька обычно говорит всякую ерунду по пьяни. Сереженька, ты сегодня пьяный? Нет, я всегда был трезв. Короче, он пиздит, он пьяный, естественно, само собой. И всякую... Короче, какое-то окружение странное происходит. Самые грязные мысли. Самые грязные мысли? Да, у да. У вас вообще самые грязные мысли, говоря. Самые грязные, самые противные грязные мысли, говори, говори их. Давай. Выебать курицу. Короче, иди нахуй, а. Не смотри, просто, блядь, какой красный проникает. О, никак, вот именно, давай сейчас попробуем. Аркадий, почему вы не любите детей? Эти малолетние карлики маленькие, уебищные, их нужно с ноги, блядь, в лицо давать им. За что? Ты же бы таким же был Ты был таким же карликом ебучим. Да, я месил говно по детству, бывало такое, но, блядь, понимаешь, ну я-то вырос, как бы, сейчас я понимаю. Ага. Я сейчас понимаю, что делаю. Так это дискриминация в отношении детей, ты таким же был. Ты что, меня хочешь дискриминировать как-то, блядь, или что? Я пытаюсь немножко троллить, но это слово уже устарело, да? Брось ты нахуй. Со мной не прокатёт. Вот сейчас пробежит зонтиком. Во-во-во. Поэтому у нас Аркадий сейчас бесится, короче. Я хочу с ноги, короче, дать этому маленькому ублюдку. Так подбегаешь и даешь ему с ноги. По зубам. Лишь только батька его мешает тебе, да? Потом батьке придется давать. А так бы с ноги, вот прям с разбега, прям, да? Потом придется батьке давать, еще кто-нибудь подбежит, типа, блядь, ты ебан, что ты там делаешь еще, там, блядь? Там еще мамаша, которая подбежит и начнет и тебе... И мамаша начнет, да. Ой. Как все сложно, блядь. Вот так вот и... По-моему, все просто. Вроде, да, одна мысль, блядь, дать ребенку поебалу, а в итоге, короче, пиздец там, целая, блядь, история. Нахуй. Ребенок слаб, а ты силен. Нельзя. И вообще ты фашист. Пытаешься у него, блядь, капнуло. Пытаешься у него что-нибудь там это выяснить. Нихуя не получается.
Потому что человек скрытный. Скрытный очень сильно. Какого хуя ты скрытный такой? Так это плюс. Он скрытный, блядь. Он даже не... Че? Ничего. Вот. Я и так много чего сказал на эту камеру. Че ты сделал с камерой? Я и так много чего сказал на эту камеру. Так что... Вот.